Вот стол складывающийся сделал, кухня. Открывается там, внутри будет стоять баллон газовый, либо он будет даже еще ниже вот здесь. Стол складывается. Здесь врежется рукомойник, наверное. Даже не наверное, а точно будет душ. Лейка здесь с подачей 12 вольт с насосом. Вот. Ну, для того, чтобы туда пройти, или там, ну, в принципе, редко, когда так прям необходимость всем здесь сидеть, этот стол просто сложится и все. Ну, соответственно, подкрасил основной кухонный стол. Подкрасил вот это была деревянная под цвет, ну, была как просто лаком. Вот, теперь все беленькое. Осталось вот заглушечки какие-нибудь красивые на колонке. Вот. Не решил еще вот это сделать. Нет, наверное, оставлю, потому что по ней ползает, постоянно краска сотрется просто. Пусть алюминий останется. Вот. Здесь у нас ковролинчик везде теперь лежит. Очень красиво. Вот. Ну, соответственно, здесь везде ковролинчик. Ковролин просто пока не приклеен. Ковролин просто лежит, прилеживается. Потом клеем намажу и, естественно, там лежит. Ну, на полу. Не знаю. Ковролин, конечно, красиво, но непрактично. Что там оставлю, я не в курсе. Значит, еще вот здесь у нас будут врезанные люки, может быть, или какие-то вентиляционные решеточки. Ну, в общем, покрашено это будет в черный матовый. Вот эти две части, правая и левая. Ну и, соответственно, вон там впереди. Там пока вообще не зашито. Вот. Ну, в общем, такие вот у нас дела. Тут, естественно, весь стол я полностью разобрал. Ну его нафиг. Фигня была какая-то. Этот стол, кстати, чем хорош, его можно вынуть. То есть на нескольких крепежей он крепится. Возможно, это будут какие-то быстро съемные крепежи. Вот. Так, не обращайте внимания, он просто очень вот так вот. Он на самом деле очень ровный. Вот. Там внутри, может быть, будут какие-то полочки для ложек, для кружек. В общем, его можно просто вытащить на улицу и на улице на пикнике использовать как обычный стол. Я считаю, что очень удобно. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Уровень, в принципе, прям вот столешница. Вот я стою, мне ровно по пояс. То есть, как у меня на кухне столешница по высоте. Вот. Здесь, конечно, вот остались следы предыдущей кухоньки. Вот. Я оттирал, но тут многие вещи просто не оттрутся. Поэтому, скорее всего, здесь будет просто красиво зашит уголочек алюминия. В общем, такие дела. Кемпер продолжается. Приложу фоточки в конце.